Сегодня у нас очень необычный день, очень необычное утро. У Тимки день рождения. Да. Идем поздравлять? Да. Идем. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения тебя! Спасибо! Никто маме не подпевает! Смотри, какой подарок мы тебе приготовили. Видел, какой подарок. С днем рождения, братик. Ну, открывай подарок, открывай, давай. Ребята, ваши варианты, что там? Что там может быть? Что там может быть? Пишите, кто бы что хотел получить в подарок на день рождения. Так вот. Да просто разрывай, снимай. Хорошо. Барабанная дробь. Что там, что там, что там? Я уже знаю, что это. Я уже знаю. Я по жизни просто понял. Эмма, как ты думаешь, что там? Что это такое? Что это такое? Что это за подарок такой? Это супер Лего, которое можно запрограммировать. Это программируемый конструктор Лего. Да. Это Лего для взрослых. 10+. Дима, наконец-то ты дорос. 10. 10 сегодня. Это программируемый. Можно самому его запрограммировать, разных роботов строить, разных... Ой, кто это такой? Нет, я даже тут, не знаю. Тут, чтобы он бегал руками, ногами, бегал, прыгал. Да, тут какая-то... Ну, тут, видишь, разные можно схемки делать. Я даже не знаю, кто это такие. Кто это? Какой-то скорпион, какая-то змея. Кто это такие? Какие-то... Это какой-то марсоход. Точно, марсоход. Точно, и будем лететь на Марс. Ну, чем я хуже Илон Маска, да? Почему он может исследовать, а я нет, да? Смотри, а программировать можно и с помощью телефона мобильного, и планшета, и ноутбука. Ну, я думаю, что на ноутбуке больше всего функций. Ну, что-то мега крутое. Давай, открывать. Ну, открывать, конечно, можешь, но я думаю, что сегодня времени у тебя не будет робота делать. Да? Сегодня у нас большой насыщенный день. Кушаем торт и идем праздновать день рождения! Ей! Давай! Праздник у вас будет! Спасибо! Поздравляю! Будь здоров! Встречай! Еще к тебе! Привет! Желаю тебе счастья, здоровья! Чтоб все мечты сбывались! С днем рождения! С днем рождения!
сдалась, если договор. Итак, раз ты была первая, Даня, есть какое-то пожелание? Я знаю, что ты умненькая девочка, типичная блондинка. Тебе нужно будет сейчас на каждую букву имени сказать, какой Тима, хорошо? Давай сокращенную версию так и возьмем Тима, не будем усложнять. Давай, ты. Какая буква Т? Какой он? Талантливый, хорошо. И? Идеальный. Мозговитый. Какой? Мозговитый. И буква А? Офигенный. Класс, давайте мы попробуем. С нами тебе можно смеяться, не наблюдать за остальными ребятами. Кто первый улыбнется или засмеется, надо увидеться, да, хорошо? Не пропустите. Если Тима засмеется, Тима тоже будет выполнять задание. Готовы? 3, 2, 1. Кусочек надо откусить огромный. Давай, со всей силы, а большой. Давай. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Могу ли говорить спасибо за праздник? Спасибо. Целую, скорее, с вами бывает. Не целуй, не целуй. Будем, ребята, угощать. Thank you.
еще в 10 тысяч раз больше лайков. И чтобы ты всегда был только на позитиве, вокруг были только самые лучшие твои друзья, которые всегда поддерживают. Веселье. Итак, раз, два, три. Тим, так ты сегодня богатенький Буратино? Да. И что будешь заказывать? Какой хочешь себе подарок на эти деньги? Ну, не знаю. Может быть, PlayStation Camera или набор PlayStation VR. Виртуальную реальность? Да. Ничего себе. Круто, я думаю. Тебе денег хватит? Хватит. Хватит? Даже, может быть, хватит и на то. Ничего себе, так ты вообще крутой. Но ты подумай, может что-то еще есть крутое и классное, чего знаю. Тебя еще нету. Ребята, посоветуйте ему. Посоветуйте, что можно классное купить такое на подаренные деньги? А, что бы вы хотели? Ну я хочу вот сейчас вот именно вот это. Набор виртуальной реальности, да, а? Именно набор. Ребята, что вы об этом думаете? Брать ему набор или нет? Пишите в комментариях под видео. Или, может быть, что-то свое еще предложите, интересно. Но если мы возьмем набор виртуальной реальности, тогда вы на геймерском канале увидите игру в полной виртуальной реальности. Ничего себе, интригует. И будет интереснее смотреть, как там. Ну, ребята, ставьте лайки и пишите в комментариях под видео, что Тиме купить на подаренные деньги. Всем пока-пока. Всем пока-пока, Тима занят.